Спасибо большое, постоянный донатер Леонид. И смотрим, смотрим. С текстом тут Акидса получше все свел. Все свела по сравнению с предыдущим. Видите, пацаны прокачались. Ну, улучшение, конечно, заметно. Но это не березонка, это я не знаю, что. Не, Металлику-то, кстати, наоборот, как раз все слушают. Приветствую, да. Салам, вечер, хагал. Но я бы не сказал, что это обыкновенный блэк. Бля, раньше все токсичили на Андрея Измайлова, теперь Андрей Измайлов как бы ворвался, так сказать, плотно в стримы, стал таким самым, короче, самым токсиком. Хорош. Влился, короче. Похоже на гроб. Ну, мы какие-то хуёвые очень песни, да. Забеленный шар в этом отстойном звуке. Ну да, в принципе, есть. Ну, типа, когда коммунизм какой-то, что-то такое. Мигрирует под нас остальных. Ну да, да, да. Токсик Фархад, это да. Ну, Фархад тоже считает, что он не токсик, если донатит не говно. Вот в чем прикол. Нужен тамбурин вытянуть припев. Да, знаете, здесь вот там в паре моментов немножко бенд не дотянул, типа, да, в ноту не попал чуть-чуть. Песня называется «Поле битвы». Ну, зато это действительно похоже на звуки «Поля битвы», надо признать. Но такой очень неприятной битвы.